Сегодня в гостях у второклассников многократный чемпион России и Европы, призер летней олимпиады в Лондоне по стрельбе Василий Александрович Мосин, который со своей дочкой Соней, лидером Kids Club, проводит олимпийскую зарядку. Интересно, с чего начинается школьный день учителей? Конечно, наши учителя тоже с утра энергичны. И тоже дружат со спортом. Уроки физкультуры мы любим, они разные и интересные. Этот о важности разминки. Да, все начинается с разминки. Аделина Ярулина пока в 7 классе. А это моя сестра. Да, семья много значит в нашей гимназии. Наш девиз «Viribus Unitis» – «Соединенными усилиями». А это команда по спортивному ориентированию. Сейчас я обращу внимание на Лёля, которая недавно стала победительницей в Кировском и Московском районе. Представляешь, все ребята из одного класса, дети и родители тренируются вместе. А это чье? Наши! Да, без поддержки учителей и родителей чемпионов стать сложно. Поэтому их у нас так много, чемпионов. Учителя у нас замечательные. Виктор Николаевич Вальтонов, например, судья международной категории, участвовал в проведении в Казани всемирно-летней 27-й универсиады. Именно он вывел сборную нашей гимназии в победители. А рядом со мной мои ученики, мои единомышленники. Это Даша со своей коробочкой. Коробочка. Это моя любимая медалька. Спортзал. Место проведения уроков, соревнований, тренировок, секций и подготовки для призывников. Мы школа, содействующая здоровью серебряного уровня. Мы активные участники всероссийского конкурса субъектов Российской Федерации Республики Татарстан по подготовке юношей к военной службе. И занимаем первое место вместе с Республикой Татарстан вот уже 2 года. Наша 122-я самая спортивная!